Водитель, в случае неостановки к вам будет применено огнестрельное оружие. Водитель, остановку делаем. Предупреждаю вас последний раз. В случае неостановки к вам будет применено огнестрельное оружие. Остановку делаем. Откуда вы куда ехали? Я никуда не ехал. Все зафиксировано на камеру. Хорошо. Пойду смотреть. Замечательно. Здесь записываю видео. Я вас отстраняю от управления транспортным средством. От подписи отказывайтесь. Я вас ознакомил. Русский язык знаю, не знаю, как пишется все. Что не знаю, как пишется? Не знаю, как пишется. Копию получать будете? Копию чего? Материал данного. Ну, конечно. Подпись ставьте. Я не буду ставить подпись. Хорошо, отказались. Я не отказываюсь же. Я же вам еще раз говорю, то, что я не отказываюсь. Ни в коем случае. Эдем Сулейманович, я вам предлагаю пройти освидетельствование на месте в прибор Драгер, прибор Юпитер. Держите трубочку. Почему я это должен делать? Почему я это должен делать? Потому что вы, у меня есть подозрение, что вы находитесь в состоянии опьянения. А в общем, почему я должен это все делать? Я управлял чем-то или что? Вы управляли транспортным средством. Я не управлял. Я не управлял. Дождитесь. Давайте подождем, пока вы отрезвеете, а потом пройдете. Может, я так вы хотите сказать? Давайте, договорились. Тузуфаевич, пишите о том, что человек отказывает, затягивает время, всячески пытается избежать наказания за свои содеяния. Молодой человек, мы вас 35 километров гнали, применяли огнестрельное оружие для остановки вашего транспортного средства. И вы сейчас говорите, вы не управляли транспортным средством? Хорошо. Я вам предлагаю пройти медицинское освидетельствование в медицинском учреждении. В больницу поедем для освидетельствования? Ждем. Через 10 минут, ой, через 15 или 20 минут повторю, правильно? Угу.